Всем доброго времени суток! Продолжаем делать обзоры на видео с Амвелом. Остановилась я в первой части на том, что ТВ-шка угрожала всех шмякать об стену, которые пишут ей комментарии о ее бурной личной жизни, которую, с, опять же таки, с подачи Севкин. Вот что она возмущается про людей. Пусть она предъявляет претензию к сыну, что он это все рассказал. То есть он начал не про себя рассказывать, с кем он там жил, а начал почему-то именно с матери. И потом пошло-поехало по наклонной про всех родственников. Шмякать она будет. А шмякалка выросла. А то, когда в дверь постучали не так давно, так она, я боюсь. Зина пришла, дверь и открой. Иди. Я боюсь. Надя пошла открывать. А тут такая смелая. Эх, конечно, если бы сейчас, вот, когда сидит Севка, когда Надя, и пришли эти женщины, вот тут бы она, и еще бы, чтобы они не сопротивлялись. Она бы, да, дала бы им разгон под недвижущейся мишени конечно очень легко а так один на один ну точно так же как и севка бесполезно с ними разговаривать видно их с самого первого раза как они себя вели севку тоже сколько били били колотили и по печени его били и сумку селедка вырывали в общем чего только не было кому нибудь он достойно ответил нет только единственное, что в комментариях это вот зачитывать и зрителям отвечать, когда его никто не трогает, ни что ему не угрожает. В общем, опять он начал драконить мать, с чьей подачи это все идет. Почему они участвуют? Я все время думаю, им не нравится. Не нравится ТВшке, не нравится Наде, когда он зачитывает. Они сидят и ТВшка, конечно, грубо говорит, был, не читай, выкидай их. Да там тогда выкинуть надо всех, потому что Постоянно комментарии, которые он зачитывал, они все были про одно и то же. Надя тоже сидела. Самвел, не читай, Самвел, вот мне перед операцией, сегодня праздник, то, все. Так зачем вы слушаете? Уйдите, не участвуйте. Если у ТВшки деваться некуда, выбора просто никакого нет, то у Нади этого выбора более чем предостаточно. Но она же все равно упорно продолжает там сидеть. Вот просто как тыква на грядке. Такое ощущение, что она уже пустила корни в это кресло, и теперь ее из этого кресла Выжить может, только Зина. Зина пришла к ним в гости. Ой, как Надя прынданула. Опять ей что-то там примерещилось, что э, Севка там где-то подморгнул или еще что-то. Ой, кошмар какой-то. Выпрыгнула, сказала: Все, ладно, не буду я тут сидеть, вы тут за моей чуть ли не спиной. Какая-то истеричка, честное слово. Вообще страшно становится мне от того, что она там находится. Как Севка не боится, она же просто неадекватная. Итак, как я уже сказала, пришла Зина. И Севка сделал ей такой подарочек. Он ей подарил пару кружечек и свечку. Боже мой, я думала, ТВшка выпрыгнет от жадности просто из себя. Света дома нет, мы свечки постоянно палим, а ты свечку отдаешь. А ничего, что Зина из дома я принесла больную, больную, большую свечку, и та ее взяла как как будто так и надо, жадюга. Зато теперь это красивое, конечно. Она же хотела ее продать и навариться. А теперь получается, что Зина попросту ее забирает себе. Мне нравится в этот момент реакция Зины. То есть Надя, Юля все действовали по одному и тому же плану. Прогибались. Они говорили, «Надя, Надя, Татьяна Васильевна, все, пожалуйста, забирайте. Нам ничего не надо. Берите, Бога ради, пользуйтесь». Зина сказала, «Ничего страшного». Я тебе свечку принесла. Правильно, правильно, надо отстаивать себя. Севка сделала ей комплимент, что Зина выглядит очень таки симпатично. Мы уже говорили по этому поводу, когда они ездили покупать одежду. Да, действительно, Зина выбирала красивую одежду. Ей не нужен был никто, ей не нужны советчики. Она все знает, все понимает. Чего она хочет, она тоже знает. Поэтому выбирала одежду, она красивую. И сейчас вот по тому, как она одевается, тоже можно сделать заключение, что вкус у Узины есть, и все с этим делом у нее прекрасно. Смотрю, Севка выставил новые какие-то сланцы. На улице дождь слякать, а мы на лыжах. Куда сейчас эти сланцы? Тоже по двору бегать? Ну а что так, знаете, это по морозу с утреца пробежаться по, по двору, управиться там по хозяйству. Ну это как раз-таки, знаете, то, что надо. Ну и в основном о чем была речь? Опять была речь о семье, вообще, вот их внутри, скажем так, семейные отношения. С самого первого дня Севка пользуется этой темой, пиарится на ней, раскручивается и продолжает дальше раскручивать. Я ей говорю, себя он не трогает, свою жизнь на показ не выставляет. Ничего не хочет, в принципе, рассказывать. Ну, кроме того, что теперь уже официально Коля просто проживает у него, и все, и он плевать хотел, что ему зрители пишут, слушай, ну что, Коля выздоровел, уже все, пора бы и честь знать. А, Тюлень, и да. До этого сайма минуты так там и находится. Итак, насчет чего до, зашла у них речь? Кто-то из зрителей написал, что смотри, доболтаешься. Да Это для тебя твой отец никто, а для Валерчика и Эдика он для них отец. И приедут они, скомпонуются и намылят тебе шею. Севка, конечно, не испугался, особенно сейчас, в свете последних событий, ему вообще О, красивая картинка какая была. Ему сейчас вообще ничуть не страшно, потому что границы закрыты, кто туда поедет. Поэтому он ни за что не переживает, но его это очень зацепило. Он сказал, пусть лучше Валера заткнется вначале про мою мать. Иначе я такое расскажу про него позорище, вот позорище, этот мужик, вот эти сплетни, я расскажу про Эдика, я расскажу про Валеру, да я расскажу про того, да я расскажу про этого, в общем, по большому счету, семья, конечно, стоит друг друга все. Я здесь не выгораживаю никого, вот начиная от родителей, заканчивая детьми, вся партия бракованная от начала, то есть если родители, извините меня, с браком, то дети иные получиться ну никак, попросту не могли. Вот поэтому и у каждого козырь в кармане, и все друг другу чем-то угрожают. У Эдика свое против Самвела, у Валеры, скорее всего, что-то свое будет против Самвела, у Самвела против них какие-то есть. ТВшка насчет мужа своего бывшего никак не может успокоиться. Разве... Ой... Ой, Эди, как же ты был прав. Как же ты был прав про вот это вот гнилое нутро. Даже посторонние это замечают. Синерылка тоже об этом же. Севка начал говорить о том, что пусть Валера расскажет про свою маму, про Нурию, как она у него пила, сколько Севка про нее говорил, сколько он трогал эту женщину которая ему помогла годами, он полоскал ее имя. Мы бы не знали, кто такая Нурия, что она сидела на цепи, что она там чуть ли не сумасшедшая была, и что там с ней случилось, почему она по умерла или погибла, я тоже не знаю, что-то я не помню эту историю. Но вот скажем так по факту, да, ведь он первый тронул, а она ему помогала. Вот Севке неприятно, когда он говорит «старая хлеб-соль не помнится». Так вот он тоже не запомнил эту старую хлеб-соль. Она помогла ему устроиться, она дала ему деньги тайком от отца. Отец вроде бы как запрещал, да, Севке помогать, ну или что-то такое было. В любом случае эта женщина проявила к нему участие совершенно к постороннему ребенку. И он это не оценил. Вот для того, чтобы поднять рейтинг своего канала, он выложил все это на всеобщее обозрение. Естественно, как Валера должен был отреагировать. У него был очень хороший такой, знаете, оплеуха, приготовленная севки в виде отца. И отец рассказал, как они с ней встречались, баба Таня, как он не хотел жениться, как она заставляла, и про кукурузу, и про сестру, и про все, про все сразу. Маленький, коротенький ролик был, что-то около 10-15 минут, где-то в этом диапазоне. И он за это время просто уложился и все рассказал. И ТВшка стала бунтовать и говорит: разве это нормальный мужчина? Разве вот так себя ведут, не ведут. Да, не ведут. Это не нормальный мужчина, я согласна. Но и женщины, извините меня, тоже вот так себя не ведут. И дети точно так же, вот как Севка себя ведет, он тоже не имел права так себя вести, но только вы почему-то его по тем временам не останавливали и не говорили, Самвел, не трогай чужую женщину, она уже умерла, чужая мать. А если бы про меня начали говорить, тебе было бы приятно это слушать. Но это сказала бы нормальная женщина, нормальная мать, но в отношении ТВ нет. То есть... Про других она с удовольствием рассказывала, что и как было, какие родственники грязнули и прочее, прочее, прочее. Когда стали говорить о ней, причем, извините, это ее сынок опустил уже просто ниже дна. И она сейчас возмущается вот про эту кукурузу, да? Опять же таки, кто рассказал, как это все вылезло? Оказывается, ага, кукуруза, они сидели не в кукурузе, а на лавочке. Лавочка в кукурузе, это, конечно, оригинально. Ара построил, нет. И вот теперь он не имеет права, и она не имеет права об этом всем трепаться. Но она опять, смотрите-ка, она идет дальше. Валера Байстрюк. О, какое слово она знает. Ай, расспрашивает Севка, сравнил, мы жили вместе. А при чем здесь жили вместе? Байстрюк – это ребенок, рожденный в незаконном браке. То есть не в гражданском браке. Если бы между ними был заключен гражданский брак, вот тогда ты, вышка могла бы сказать, Ира не была у меня бойстрючкой <laughs> или байстрюком, как там правильно да, говорить. Но я, насколько помню, там, кстати, сказали, что да, она от первого мужа, пока он там был в армии, она уже снюхалась вот с этим вот Аршалуйсом. Она стала говорить, это неправда. Насколько мне не изменяет память, она говорила, что как раз-таки в то самое время это и было. То есть она не была в разводе. Она уехала с этим Аршалуйсом, потом уже туда приехала, получается, беременной, там родилась Ира. Может быть, еще по этой причине Ира осталась без фамилии, так сказать, отцовской, потому что мать была еще в гражданском браке вот с этим Валентином. Но теперь вообще... Никто ничего не помнит, она этого всего не признает, она от этого всего открещивается. Оно и понятно, почему. Ну, вообще вот эти все их угрозы, конечно, знаете, ну, неприятно, что ли, это все слушать. И даже не то, что вот неприятно, мы, скажем так, посторонние люди, что мы послушали, поговорили, да пошли а вот то, что они просто всю вот подноготную своей семьи вывалили, и вот эта Ира тоже, она же тоже это все слушает, а она здесь при чем? Тоже можно относиться к Ире как угодно, там, Кукурузовна, Доместовна, кто бы она там ни была, но она же не виновата в том, как она родилась, как ее мать зачала и в каком там браке или э, от похода налево она ее родила. Это же не ее абсолютно вина. Но это все, конечно, пятно ложится и на нее, как бы то ни было. Протягивает он матери письмо от Ольги Ангел, и вы понимаете, она берет, говорит, ну если ты разрешаешь, я прочитаю, то есть у женщины никаких моральных принципов нет, но ну, ты же сам даешь, и когда Севка сказала, мама, нельзя читать чужие письма, но ну, ты же сам предлагаешь, а самой просто подумать и сказать «нет, нет, 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 не буду». Одно дело там открытку, тебя поздравили или меня поздравили, это одно дело. Но когда вот так вот личное письмо, он еще даже сказал, что это любовное письмо, и она, она готова была его прочитать. Вот и все, так скажем, коротко характер человека, то есть охарактеризовать ее как личность, какая она есть на самом деле. Знаете, вот я посмотрела, вот вроде бы сказать, сидит сам Вэлс с взрослыми женщинами, с бабушками. Ему пишут про это, ты сидишь с бабками, ты сидишь с бабками. Я таких бабушек, честно скажу, не видела. Вот пока что вот Зина, как бы это нормально, в моем понимании бабушки. Да, ну что-то промелькивает у него, ну у нее. Но это же у всех есть, по идее, если так сказать, то прикопаться можно и к столбу, в принципе. Найти у любого. Просто э, концентрация определяет, да, отношение к человеку. То есть Надя забрехалась и уже все, ну кто будет ей верить. тв шка ну вообще отдельный экземпляр. Ну вот Зина по Пока еще, э, так вот, лично у меня как-то еще держится она не то, что на плаву, но как бы я считаю ее нормальной. Надя и ТВшка, конечно, это что-то странное. Вот Надя везде мерещатся какие-то заговоры про нее, мания, преследования, все против нее. Боже мой, вот этот псих, что она все швыряет, все бросает. Ну, Зину, конечно, однозначно она терпеть просто не может. Так что я хочу сказать по поводу бабушек и дедушек. Они ведь бывают разные. Вот часто спрашивают у меня, откуда вы знаете там всякие шутки, прибаутки, пословицы, поговорки. Так вот от бабушек, дедушек я и знаю. Вы наверняка замечали, что в лексиконе у меня там такие фразочки промелькивают, скажем, или слова там «куды», там, «самото», «кралы», ну или еще что-то в этом роде, разное другое. Это все в память о людях, с которыми прошло мое детство и юность. Это то, на что мы обращали внимание. И когда, например, мы были детьми, там, подростками, это было смешно, конечно, слушать вот этот вот, ну такой местный, скажем так, диалект. И теперь, когда проходит время, и ты уже ностальгируешь об этих людях, когда ты об этом э, вспоминаешь о них, ты волей-неволей, а может быть даже и сознательно, добавляешь это все в свой лексикон, э, в свои обороты речи, в память об этих людях. Потому что ты сразу их вспоминаешь, и тебе они греют сердце. И у нас так, в принципе, используют вот эти словечки, ну, вся семья. Так вот... Про бабушек, ведь это самые были такие года, и люди, они могли научить чему-то хорошему, чему-то доброму и положительному. Я просто не представляю, чему может научить ТВ-шка. Вот кроме как Севка приехал к Родику, дед, да, называется, я обгадился прям вот, извините меня, там в 12 лет в школе. Вот такие сейчас идут разговоры, чему могут они научить детей, что они могут им дать. То же самое ТВшка. Чему она может? Я пошла по писью. Я пойду в туалет. Да иди ты молча. Иди ты молча. Кто тебя учил? Вот так вот. Я такого не слышала никогда. Я очень любила сидеть со взрослыми и внимательно слушать их разговоры. Это было очень увлекательно. Разговоры были абсолютно другие. Я девочка воспитанная, что раньше, что сейчас, да-да-да, не надо хихикать. И мне разрешали сидеть со взрослыми, никогда не говорили, иди там поиграй с детками. Нет, я тихо сидела и слушала. Потом стало со временем там какие-то реплики подавать, и все говорили, какая девочка у вас интересная растет, прям такая не по годам развита. Читать любили, все любили и любят читать в семье. Вот, может быть, от того и зрение плохое. У меня хуже всех, скажу так. Мысль улавливаете, да? Самая умная, самая такая э, любительница почитать книжки, ну и скромная очень, это тоже у меня не отнять. Фильмы вы уже поняли, какие я смотрю и люблю, какие-то старые, умные, чтобы были жизненные, то есть оттуда я тоже очень много черпаю. Люблю вот так вот анализировать разные всякие ситуации. В компании, скажу так, чаще всего я молчу и наблюдаю за людьми. Вот слушаю, о чем они говорят, как они выражают эмоции, там примечаю жесты, мимику лица, вообще о чем люди говорят. Это очень интересно. Недаром говорят слово «серебро», «молчание золота». Поэтому сидишь и наблюдаешь. А еще я очень с детства люблю петь честно скажу. Во дворе у нас была качеля, вот выйду я так раненько с утреца. Раньше дети не спали до 12, до часу. Мы вставали в 7 часов утра, потому что часов в 10 мы заваливались, просто скашивала нас, уставших в кровать. Так вот, сяду я покататься, ну и начинаю, так, знаете, выводить трели по дону гуляет. Вот это моя была любимая эта песня. И еще распрягает их, Кони. И вот именно вот, вот зычненько так, вот чтобы вот с этим вот было. Короче, петь надо было так, чтобы в правлении было слышно. Мама пыталась мне, конечно, звук прикрутить. «Аленушка, потише, ну слышно же на весь квартал!» «Мамочка, ну так это же то, что нужно! Такая ж певица без зрителей!» Люди проходили, которые случайно попадали там в этот момент под воротами и кричали: "Аленка, привет, доброе утро, ты уже поешь? Ай, молодец!" В общем, соседи не жаловались, потому как я, наверное, потому что была милым таким златокудрым, да, представляете, у меня были просто белейшие волосы, все думали, что я буду блондинка, но не случилось. В общем, обожали все малышку Аленку и позволяли петь, распевать, поэтому я вспоминаю свое детство, проведенное среди бабушек и дедушек, совсем других, не похожих на вот таких, как тв -шка. и сейчас я диву даюсь. Откуда она взялась такая? Что это была за деревня? Шокировала ли она там вот своих местных жителей? Севка вот про которых рассказывал, да, что там у них была черешня, мать с дочерью, что-то погибли, кто-то там где-то что-то воровал, выпивали. Честно скажу, у нас деревня вообще не такая. У нас, может быть, потому что у нас на самом-то деле не деревня, а село. И село достаточно, ну, по сравнению с деревней, наверное, все-таки большое. Может быть, это еще и от этого зависит, я не знаю. Но ТВшка, конечно, первое время, когда она начала вот эти закидоны, и Севка вот такие выдавал перлы. Они меня шокировали однозначно. Я такого не встречала и не видела никогда. 20 минут я постараюсь загрузить это видео целиком, не буду ничего делить. Вот таким вот был мой обзор. Надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих частях. Всем пока, ромашки, какие красивые. Всем доброго дня.